Друзья, всем доброе утро. Пока жду, сейчас привезут мне машину. И вот здесь вот как раз рядом с отелем, в котором я останавливался, есть ресторанчик, достаточно популярный, знаменитый. Вот, я рекомендую вам обратить на него внимание. Там всякая разная старина и все такое. На северо-востоке, примерно в 15 километров от города, есть горнолыжный курорт. Естественно, я решил туда отправиться, и вот здесь уже прям вот я уже вижу снег, прям передо мной лежит. Так любопытно, вот весь город, он тоже там внутри, в долине находится, внизу, и он весь затянут туманом, полностью там такой туман стоит прям жесткий. А здесь я поднялся, и сейчас выше этого тумана, сейчас будем подниматься еще выше, примерно где-то мне 7 километров осталось ехать туда вверх. Но я думаю, там будет красиво, потому что здесь такая природа классная, прям такие зелененькие деревья и такой белый снег. Ну и вообще круто. Мне уже машина сообщает, что здесь отрицательная температура, что здесь гололед. И вообще идея так себе туда лезть, но, друзья, я ничего не могу с собой поделать, потому что я так сильно люблю снег, вот это горы, лыжи, вот это прям все очень сильно люблю. И тут 5 километров, я думаю, потихонечку поднимусь, потом потихонечку спущусь. И если осторожно, то можно. Если поехать сейчас куда-то прям на юг, и сильно захотеть, то там теоретически можно искупаться даже в море. И такой контраст. Да, здесь природа прям такая клевая, приклевая. Как будто на Чембулак еду. Наш Алматинский куда-то. Только здесь дорога в два раза шире. И, ну да, вот прям на дороге уже снег лежит. Так неожиданно вообще встретить снег в Турции. Прям такой белый-белый. Это вот свежий. Сегодня ночью прям на него навалило здесь. А здесь все завалило прям снегом. Там вот видно домики, я так понимаю, там есть места, где можно прямо остановиться, заночевать, покататься здесь на лыжах, на снегоходах можно покататься. Но инфраструктура, я вам должен отметить, у них здесь прям, конечно же, капитальная. Все сделано очень хорошо, широкие дороги, все, они сразу весь снег почистили, убрали. Отсюда уже можно видеть вот эти вот именно дороги канатные, на которых поднимаются лыжники, сноубордисты. Вот завалено все, а внизу ни одной снежинки нету, вообще нету никакого снега. Вот моя машина, которую я еду отдавать, она мне так понравилась, но, к сожалению, не получается продлить аренду, и мне сейчас придется взять какую-то другую, возможно, она будет меньше. Корейцы все-таки научились делать машины. Видно, строительная техника большая, тяжелая, чистит снег, убирает. Ну да, наверное, снега было очень много. Там домики. В этих домиках можно остановиться и провести какое-то время. Там вас и накормят, и напоят. Здесь в Турции еда вообще стоит 3 копейки, и она на каждом шагу, поэтому голодным здесь вообще никто не останется. Лыжи я не захватил. Хотя, я думаю, сюда можно приехать, взять здесь в аренду лыжи и покататься. Вообще не вопрос. По этой дороге можно, то есть горнолыжный курорт справа находится, если вы едете с города. И по этой дороге туда еще можно куда-то далеко уехать в горы, но я, естественно, этого делать не буду. То есть дорога, она не заканчивается здесь, она уходит туда в горы, и она вся почищена идеально, прочищена. И, то есть можно туда выехать, на восток, чуть на север, на северо-восток можно проехать по ней. Но, естественно, на летней резине я сейчас здесь разворачиваюсь и уже уезжаю назад. Нужно отметить, что она здесь поуже, но все равно читается дорожная разметка, знаки, все есть. И, в принципе, дорога хорошая. Я сейчас только найду место разворота и сразу же тут же развернусь и поеду назад. Сделаю одну фотографию для вас в Инстаграм. Здесь так красиво, все засыпано снегом. Я в детстве так любил, когда снег шел, мы сразу бежали на горке кататься. И у меня такое воспоминание вот с детства, такая радость этого снега. Вау, да здесь вообще красота, посмотрите какая.
Очень красивая природа в Турции, очень красивая. И море есть, и горы такие красивые есть, заснеженные, с зелеными такими деревьями классными, вечно зелеными. Можно найти места, где именно вот это расстояние будет минимально, то есть там буквально 50-100 километров, и вы будете вот в таких же аналогичных горах, но вы сможете тут же спуститься к морю, где снега, возможно, вообще никогда не бывает. 10-15 минут я спустился, естественно, здесь уже плюсовая температура, и никакой речи не может идти о снеге. Вот, смотрите, вот так местные жители здесь гуляют. Собственно, здесь вот у них открывается вот такой вид, и за деревьями вон там вот можно увидеть силуэт очень красивой мечети. Да, вот там за деревьями. В общем, там 4 минарета. Очень красивая мечеть, если будете здесь. Я сейчас туда специально не поеду, потому что мне нужно сейчас доехать до моста. Здесь мост есть красивый. А вот она называется Улу Ками. Вот так вот, видите, коричневым она отмечена. Много зелени здесь, он вот так вот тоже находится, на сопочках, каскадами он построен, город. Такие улочки у него, уютный городочек. В принципе, он мне понравился. Понравился, я думаю, летом здесь будет не жарко. И чистенький такой город. Цены низкие, на все низкие цены такие. Базары такие сдержанные, милые. Мне вот такие места нравятся. Сейчас вот я возвращаюсь в Аланию, я так не хочу туда ехать. Там у них цены в евро. На туристов они там нападают, но в том смысле, что пойдем, брат, зайди, посмотри, как тебя зовут, where are you from? Вот это вот начинается. Здесь, естественно, такого нет. Здесь все у них культурно, все это... Ну, я должен сказать, что туристы сами, знаете, вот избаловали вот этих вот турков именно в туристических местах, потому что ну, никто не хочет заморачиваться, никто не хочет менять там свои доллары там на местную валюту. Естественно, они ходят там с этими баксами, туда-сюда, налево раскидываются. Конечно же, турки будут так себя вести. Ну и не только турки, тут на самом деле-то в Турции очень много людей, кто живет, и армяне здесь живут, и курды здесь живут, и сирийцы, ассирийцы, и иранцы, иракцы, кто угодно вообще, на самом деле очень много, особенно если куда-то поехать в Стамбул, то там вообще жесть, там вообще невероятное количество со всего мира. Ну, Константинополь издревле, естественно, это было место, где собирались вообще люди со всего мира. И много азиатов, очень много китайцев, они здесь вообще кайфуют. И китаянок много, и, ну, вообще людей со всего мира много. Арабов, всех-всех. В Турции очень много всех людей. Вы не думайте, что турки это вот Турция и только турки. На самом деле всякие разные, кто угодно здесь есть. Здесь много парков. На въезде парки, потом вот... Вот вообще много парков, вот в этом месте очень много парков, и они прям такие масштабные, как рощи, такие большие. Туда можно зайти, там можно погулять, много зелени, и вокруг, то есть город, он, там вот веревочный парк, я вижу, видите? Вот, для детей это будет очень интересно, детям вот в таких вот местах полазить. И если я не ошибаюсь, туда можно зайти либо бесплатно, либо какие-то копеечки смешные заплатить, там несколько турецких лир, 5-10, и дети будут кайфовать. В Алании или в Анталии открыли памятник Абаю, то есть там казахов, из Казахстана очень много людей. Здесь хорошо, очень видно, как выглядит современный город, современная часть этого города. И очень-очень много строят домов новых. Вот я сейчас проезжаю, много строят, много достраивают, отделкой занимаются, отделочными работами. У нас тоже много строят. И у меня вот всегда, когда я проезжаю вот эти вот все места, все эти стройки, у меня постоянно такой вопрос, для кого это все строится? Очень, ну просто невероятное количество вообще строится и вводится в эксплуатацию недвижимости.
жилой и нежилой, вообще какой угодно. И у нас тоже много строят, вообще по всему миру строят. Мне чем-то вот это вот строительный, вот этот бум строительный, вот ажиотаж, вот это вот все напоминает 2008 год. Вот я сейчас путешествую по Турции, пятизвездочный отель, я за одного человека плачу 20-30 долларов максимум, иногда даже меньше. И какой смысл вот в этих вот, во всех квартирах, в этом во всем, к этому ко всему привязываться? Ну, естественно, если у вас нету ни одного объекта недвижимости, естественно, у вас какой-то домик или там квартирка должна быть, куда вы всегда в любой момент могли вернуться, могли бы вернуться и, ну, как бы там жить. А если у вас есть одна там квартира или один дом, какой смысл вот это все покупать без остановки? Если вы можете платить, грубо говоря, 1000 долларов в месяц и жить постоянно в разных, останавливаться отелях пятизвездочных, что может вообще быть лучше пятизвездочного отеля? Я общаюсь с руководителями, с владельцами строительных компаний больших, и они говорят, что приходят по 5, по 10 квартир люди покупают. То есть, ну, естественно, это люди преследуют какие-то инвестиционные цели. И, скорее всего, это какие-то плюс еще спекуляции. То есть люди хотят купить на этапе котлована, зафиксировать цену поменьше, а потом уже, когда это вводят в эксплуатацию, когда получают техпаспорт, уже потом продать это. Но на самом деле я вам скажу, что это сомнительная инвестиция, потому что это больше на спекуляцию похоже. Пока много денег в обращении, пока есть ликвидность, цены растут на все. Не только на недвижимость, на все будут цены расти. Будет инфляция, будут на продукты цены расти, на все будут, потому что много денег, деньги стоят мало, как в Америке сейчас нулевая ставка, и в Америке стоят деньги ноль. Ну, грубо говоря, там какие-то, сколько там, 0,5 или 0,7 сейчас. Ну, грубо говоря, 1% деньги стоят в Америке, доллары, поэтому, естественно, будут все заливать ликвидностью, будут все заливать деньгами. Пока денег много в системе, пока ликвидности много, естественно, будет в цене все расти, в том числе и недвижимость. То есть это ни для кого не секрет, это примитивные законы экономики, самые начальные, самые базовые. Но в тот момент, когда ликвидность эту начнут изымать, когда ставки начнут процентные поднимать и так далее, естественно, будет все падать в цене, и в первую очередь будет падать в цене то, что у нас с вами не ликвидно. Естественно, недвижимость или там еще что-то, это одни из самых таких неликвидных активов. Страдать в первую очередь будет это, потому что если у человека, к примеру, 10 квартир, а у него там есть еще какие-то обязательства перед третьими лицами или там перед банками или еще перед кем-то, естественно, он должен будет эти квартиры продавать, и если у него эти квартиры никто не будет покупать, он будет цену снижать и так далее. То есть это как снежный ком, это такая цепная реакция. Ну, это мы все видели в 2008 году, как это было, когда там квадратный метр стоил 5000 долларов, и сейчас эти квартиры упали, во-первых, в цене тогда, а во-вторых, сейчас эти цены до сих пор не вернулись к тем значениям, и если мы будем смотреть в долларах, а не в тенге, то то, что стоило там когда-то 5000 долларов, сейчас, наверное, около 1000 долларов стоит. Вот. То есть я называю это все, что связано вот с вот этой купли-продажей квартир, это все я называю спекуляцией. Если вы хотите использовать это в качестве инвестиционных целей, то вы должны понимать, что вы купили квартиру, вы должны ее либо сдавать в аренду, либо там использовать как какую-то площадь, которая вам будет приносить доход. И то есть вы должны с этого как минимум дивиденды получать. С любой инвестиции вы должны получать, помимо прироста стоимости, естественно, вы должны получать дивиденды. Если вы получаете дивиденды, соответственно, вы должны посчитать. Вот, к примеру, у нас есть банковский депозит, да, мы можем разместить там, к примеру, 1 000 000 тенге на банковском депозите и через год получить там, грубо говоря, там 10 или сколько там, 15%, то есть 150 тысяч мы получим через год. Сколько вам даст ваша квартира, если, к примеру, она стоит там, допустим, 10 миллионов, да, она вам даст сколько там?
100 тысяч в месяц. Если она вам даст, окей, хорошо, ладно, мы будем считать, что эта инвестиция лучше, чем банковский депозит. Существуют определенные всякие моменты, связанные с арендой недвижимости. То есть, когда, во-первых, у вас она не будет 100% всегда в году, всегда занята. Это, во-первых, какие-то месяцы, возможно, люди не смогут, ну, вы не сможете сдать в аренду, люди не смогут у вас ее снимать. Плюс ко всему, вы должны прибавить всякие разные моменты, связанные с тем, что иногда бывает, у людей нет денег, они не могут заплатить за аренду. Ну, просто не могут заплатить, и все. Вот вы, к примеру, поселили маму с ребенком, и все, а она не может заплатить, у нее нет денег, а выселить вы ее не можете. Ни один участковый не придет и не выселит, потому что, ну, вы не можете, там, к примеру, зимой выгнать с маленькими детьми. Во-первых, по этическим соображениям, во-вторых, по закону вы это не можете сделать. Потом, плюс ко всему, вы должны закладывать всякие разные вопросы, связанные с ремонтом помещения, с текущим ремонтом, с капитальным ремонтом. Потом вы должны еще добавлять вот эти все расходы на мебель, там еще что-то кому-то понадобится. Потом не факт, что вам попадется адекватный человек, который у вас будет квартиру снимать, и, возможно, там все что угодно может произойти, может там потоп произойти, еще какие-то произойти действия, связанные с тем, что нужно это страховать. То есть вы должны закладывать расходы на страхование своего имущества перед третьими лицами, перед соседями должны страховать. Друзья, вариантов очень много, связанных с тем, что может случиться и может произойти. Естественно, это лучше, чем кэш держать, естественно, в любом случае. Но в мире очень много существует других разных инструментов, которые помогут вам приумножить ваше состояние, в том числе в валюте и так далее. Если ваш актив, тенговый актив, в данном случае недвижимость в Казахстане или в России или в Турции, это, ну, либо тенговый, либо рублевый, либо в турецких лирах актив, то есть мы не можем этот актив приравнивать к долларам или к евро, потому что, ну, он никогда не будет стоить в евро или в долларах. Недвижимость в долларах или в евро, как показывает история, падает в цене, потому что когда мы строим недвижимость, мы не тратим доллары, и то есть в долларах цена не растет. Друзья, я тут, наверное, минут 10 уже кружу по району, ищу мост. Они тут занимаются стройкой, тут делают эти парки, ремонтируют и строят новые дома, и везде все перекрыто, подъезды, дороги. Я вот сейчас попытка номер 3 у меня. В общем, чтобы понимать немного об инвестициях, вы должны понимать, во что вы инвестируете, в какой валюте вы инвестируете, насколько эта валюта свободно конвертируемая. И плюс ко всему, вы должны всегда помнить о диверсификации. То есть, если вы, к примеру, купите одну квартиру в одном городе за 1 000 000 тенге, у вас не будет диверсификации. Если вы купите в разных городах, в разных странах 10 квартир по 100 тысяч, то у вас будет диверсификация. А еще лучше будет диверсификация, если вы купите какой-то фонд, который занимается недвижимостью или там управлением недвижимости, к примеру, по всей стране, по всей Америке или там по всей Европе, желательно, чтобы это было, естественно, в долларах или в евро, как показывает история. Вот видите, третий раз я пытаюсь заехать, то закрыто, то фура тут заехала на маленькие улицы, и, в общем, у меня какие-то препятствия, просто перекрыло вот перекресток, и все, 4 дорог. А к чему я это все говорю? Очень много сообщений мне приходит об инвестициях, об этом. Просят, говорят: Владимир, научите нас трейдингу. То есть, чтобы вы понимали, инвестиции и трейдинг – это абсолютно два разных понятия, два разных значения и две разные ситуации, которые, ну, вообще от друг друга отличаются кардинально. Трейдинг – это спекуляции. Человек, к примеру, пошел где-то там, что-то нашел, подешевле купил, подороже продал, если у него получилось. Но, как правило, трейдеров не бывает, состоятельных людей. Как правило, это люди, которые получают какие-то там случайные деньги быстро. И, ну, это очень рискованное занятие, и я этим никогда не занимался, и никому не советую этим заниматься, потому что это очень опасно. Сейчас мы приехали к мосту, я вам покажу мост, и мы с вами продолжим разговаривать
Про инвестиции. Опять он возле плотины. Очень красивый каменный мост, такой красивый, прекрасный вообще. Рядом с ним тут какая-то строительная площадка. Я думаю, они хотят инфраструктуру развить. Но мост действительно очень красивый. И там дамба, вот эта DSI опять, они электричество делают из воды. Какие молодцы. Это чистая, кстати, чистейшая энергетика. Они не сжигают уголь, не сжигают нефть, вообще никак не дымят, не коптят. Самая чистая энергия. Парковая зона у них, как они любят, беседочки, зелень, все чисто, убрано. Они закрывают это вечером, он не работает, по-моему, до 10 сюда можно зайти. Но как чисто, друзья, как здесь вообще вот это все создано для людей. Заходите спокойно, бесплатно, мусорные баки. Вон там вода есть, мангалы, все. Я приехал куда-то, я не знаю, в какой-то колхоз, в какую-то степь. Я даже не знаю, где это, где-то в горах находится, далеко от всего. Вот это место так называется. Сейхан. Купрусу. Купрусу это, по-моему, этот мост. Вода вообще прозрачная, чистейшая. Давайте спустимся вниз, посмотрим. Видите, буквально вот с гор мы спустились, 15-20 минут, снегом было все завалено. А здесь, при желании, можно искупаться, потому что я куртку снял, у меня уже легкая куртка осенняя-весенняя. И мне уже здесь не холодно. Мост еще так классно отражается в этом, в воде. Обязательно, друзья, отметьте себе это место. Если летом приедете, я думаю, вот там где-то рядом с беседками прям можно на своей машине, на своем автодоме остановиться и заночевать здесь вообще круто будет. Я не знаю, когда его построили, может, 1000 лет назад, но это средние века однозначно. И столько было энергии, конечно же, затрачено на то, чтобы его сделать. В то время это очень тяжело было сделать. И вместе с тем он может выдерживать очень большое давление. То есть здесь и с лошадьми можно было. Чистейший туалет, обшитый деревом, вагоночкой такой. И идеальная здесь чистота. Здесь вот для мусора, электричество здесь есть, вода есть. То есть вы даже если сюда приедете на автодоме, вы сможете здесь переночевать и водой заправиться. Другой вопрос, разрешат вам здесь переночевать или нет, но так или иначе день здесь провести можно. И будет очень круто здесь провести день, потому что такая красивая природа, мост рядом. Что еще нужно для счастья? Не перестаю удивляться, даже порой где-то по Европе я путешествовал, по Америке. Даже вот такие места тяжело было встретить, найти, чтобы вся инфраструктура была. И такая красота, и вообще рыбку, наверное, можно половить здесь.